вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну еще раз здравствуйте, с вами вновь я, Костян, Марина, Надюшка. Мы с вами на Енисее. И уже была поклевка. Камень сбила, рыба сидит. Надя, смотри. Блин, солнце прям в глаза. Вообще близко. Сик, сик. Ты даже, ты далеко закинула. Рыба? Да. Рыба сик. 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 Кто поймал? Папа, сига! Хариуса половили сегодня, теперь сига. Вот такой. Да. Хороший, да? Хороший. Ну так себе, я бы сказал. Да. Да. Хороший, ну так себе, да. Давай, пап, отходи. Отойди, убегай. Вот сюда. Ты чего, так близко выкинулась? Да, видишь, сразу клюнул. Я даже не успел камеру одеть, он уже клюет. А мы сегодня сколько ждали это, Макса пока лодку заберет. Вот сколько там народу сидело с закидушками, ни у кого ни разу не клюнуло. Мы, считай, минут 40 сидели. О, бабочка. Что-то я, наверное, метр не докинул. Уже должно было клевать. Я что-то убавила, наверное, чересчур. Ты мне что сказала? Ты что, одну будешь ставить, две? Не знаю я. Я-то на одну буду рыбачить. Я клевое место уже нашел. Далеко? Далеко. Ёрш клюнет. О, у меня клюет. Надя, смотри, клюет. Клюет у папы. Надя, смотри, как клюет. Мы подождем, пускай он заглотит. Тянуть будешь? Тяну? Ну, конечно. Сейчас, если попадется. Так она сейчас запутает все. Давай. Блин, походу не заглотил. Это что-то у тебя не сик какой-то там клевал. Сейчас посмотрим. Сейчас подождем, Надя. Если леску водить будет, значит рыба попалась. Дай-ка я поставлю еще парочку. Куда парочку? Мы так червей всех скормим. Что-то походу, Надя, он сидит. Кто сидит, походу. Пошел. Нет, он дергает еще. Дергает? Угу. Да, подожди ты. А у тебя есть ножик? Там в бардачке должен быть. Папа. Тебе зачем ножик? Ага, а? Если мы и так наводим, да? Чего? Да. Тебе зачем ножик-то? А эту, а шкурить рыбу? Ага. А чешуй. Так, Надя, рыба попалась. Давай, бери, тяни. Иди сюда. Иди, я тебе покажу. Вот за ручку держи. Вот так. Один палец вот сюда. Вот так. Крепко держи удочку. И крути вот эту барабашку. Давай, я тебе помогать буду. Тяни, тяни. Идет, идет, Надя. Давай, давай его, давай. One on one. А-а-а, Надя, это сорога. Ура! Кто поймал? Нет. Молодец. Это опять. Курица. Ага. О, видишь, какая? Клево. Да. Она убежит сейчас сразу. Подожди, я ее оглушу. Ой. Сейчас я тебя научу плохому. Вот так. О, все, теперь не убежит. Можно я ее потрогаю? Потрогай. Ну это, слушай, блин, это же не сик. Мама червей утащила.
Я тебе чем наживлять-то должен? Сорога. Сорога. Молодец. Лещ. Огромный лещ. Может, это стетофилус? Так она у тебя такая грязная. Ты ее помой хотя бы. Давай помой. Против солнца-то не фотой. Надя, у нас уже что-то клюет опять. Вот пошел нафиг. Ты самое классное место занял. Тебе что, Енисея мало? Так а ты... Видишь, что-то тянет, видишь? Оп, ты оп. Знаешь, вот оба! Вот смотри, как натянул. Это сик. А можно я? Сейчас, подожди. Опять. Сейчас, подожди, если он сел, тогда потянешь. Давай все понаблюдаем с ним. Во, во. Тыркает. Тыркает, ага. Походу сел, Надя. Так. Что, еще маленько подождем? Ну, чуть-чуть, потом я валять буду. Да-да, сейчас я тебе дам. О, у меня клюет, походу, да? Походу, да. Надя, держи. Палец помнишь, куда ставить? Вот сюда. Вот так. Держи крепко. Давай. О, есть, есть. А, сорвался, Надя, что ли? Сорвался. Ох, ё-моё. Ну ты ему маленько слабину дала, и он сорвался. Вон, у мамы клюет. Мама тебя клюет? Я не знаю, надо ветром качает палочку. Сейчас. Да, у меня уже клюет. Можно и не вешать колокольчик этот. Оно и так видно. Ага, и так видно. Оле. Есть, Надя. Солнце слепит. Ой, ё-моё, оторвался. Хороший сик был. С крючком, прикинь, ушел. С крючком? Конечно. Что-то у тебя ненадежная конструкция была. Так это Витя мне такую леску дал. Блин. Ну, ё-моё, да, теперь... Что-то ты камень ненадежно привязал, улетел. Вот, вот все сел. Тихо, отойди. Идет, идет. О, вот это ясь. Что, ясь? Да. Что-то не понял, с крючком он или что отвалился. Ай-яй-яй, да? Да, смотри, тут леску не запутай. Мама, я для бабы у папы. А ты что мне закидушку-то загородила? Я же не смотрю. Нет, крючок на месте. Вот я из надежной лески закидушку сделал. Вот эту. Видите, мне туда подсунул что-то. Крючок не оказался? Нет. Надя, папа должен поймать. Папа еще не поймал. Ладно, папе еще два надо. Потом моя очередь будет. Что-то кто-то грызанул и все. Съел червя, наверное. Червей захвати. А? Червей захвати. Пришли. Ёрш. О, ясь, наверное. Чё там село? Чё-то идёт. Слушай, ну у меня сегодня вообще колючки. Ой, ну заплати совсем.
Не торопится никуда. Так, дай-ка мне снизу уже червячок. Ну что, стоило тебе только закидушки смотать, и все, у меня клевать начало. Ну, давай-ка полови. Получается, ты мне мешала. И чё, всё, что ли? Ну это же не сик клевал, наверное. Я не знаю, ну да. Что-то ещё жуёт там. Смотри, Надя, костёр добывает огонь. Да, молодец. Сейчас погреемся. Ага, если так тёма. А то вот солнце уже садится, да? Да, рыбу жарить будем, Надя. Ага, и есть её. Обгрыз и ушел. Давай перезакидывай, пока он здесь. Кто? Кто это был? Да я откуда знаю, кто это был. Все, короче, опоздали мы на клев. Как-нибудь повторим. Червяков пошурудил, погрыз, помял и все. Сейчас я еще закину на 2 минутки. Что, Надя, разгорается? Искра-то хоть появилась? Что? Искра появилась? И то? Искра. И что? Из камня. Не знаю. Это тебе искра не надо? Появилась, Надя? Нет. Вот. Надь, мы так замерзнем. Давай добывай быстрее. Солнышко за этот, он за морок заходит, сразу холодно. Но. Не сею дубак прямо. Да. Может, что, Надь, получается? Может, когда-нибудь согреемся. Не знаю, говорит. Получается, Надь? Устала? Нет. Есть попробуешь? Да ну. Давай, пробуй. Нет, давай, это твоя затея была, не моя. Нет, я устала. Что-то не получается ничего, да? Ну да. Камень, наверное, не тот. Да потому что домой ехать надо. Попробуй другой камень. Может, ты дуешь медленно? А? Ну, давай. О, у тебя почти получилось. Это ты где это увидела? Что? Где ты это увидела, чтобы так костер разжигать? Не знаю, может, так сделать?